Зацени интро и припевыч. Спасибо, Фредыч. Привет, спасибо. Значит, посмотрим. Как они так делают, что это Неверлавы, все-таки достаточно такой, как бы, сомнительный вокал там прочее, но у них просмотры, я видел, просто бешеные. То есть, может, они просто скупают что-то, но просто сумасшедшие там. Здесь еще не так много, то есть за 5 дней 240 тысяч, но есть там, по-моему, чуть ли не по 7 лямов какие-то видосы. То есть, не знаю, как они это делают. Гитарист слабенький. Я помню, тот чувак этот усирался, типа, из серии, что вот якобы там гитарист этот меня размажет. Нет, он размажет, ну, как бы, то, чем наполнены ритузы у себя. Очень, как бы, вокал не самый крутой, а сделали его очень громко. Это проблема, так не надо делать. Ну, кстати, объективно, по сонграйтингу, кипеловский материал выносит просто в хлам. То, что пытаются эти Молчановы и прочие какие-то непонятные ребята делать. То есть это не какой-то прям, конечно, суперхит, но это намного сильнее, чем все вот эти вот гламурные птицы и подобные ребята. Кстати, вопрос тем, кто знает, чуваки, которые покупают эскортниц, они с ними целуются или нет? То есть получается, что вот если что, какая-то херня передается же не только через петушок, если, то есть вообще, допустим, когда чувак купил, ну не просто какую-то там придорожную проституцию, а вот такую прям, типа, эскорт, заказал все в агентстве, будет ли он с ней прям сосаться? Именно вот там язык в язык там и так далее, в ушки язычком лазить, или все-таки это слишком, и только обойдутся именно петушками? Ну, короче, да, не очень приятный вокал. Так, песня и песня. Ну и тема, наверное, актуальная.